тоже будешь иметь на счастье. Нет, если вам это поможет. Здоровья тебе. Спасибо, что всегда ты счастлив. Нам цветочек. С праздником. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Так это же память, насколько пройдет сколько-то лет и сказать, о, это помнишь, ты мне в 21-м году на 8 марта подарил. Удачной вам продажи. Спасибо. 4 возьму. Хорошо. Опоздно. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Здравствуйте. Извините, с 8 марта смотрю, вы без цветочков. Можно вам по цветочку подарить? Всего вам хорошего. Нормально. Хорошего дня. Здравствуйте. Можно вас побеспокоить, цветочек вам подарить. С 8 марта. Спасибо. Смотрю, вы без цветов. Спасибо большое. И вам не болеть. Хорошего дня. Здрасте. Можно вам подарить 8 марта. Просто так. Ой, извини, мне это не приятно. Племянник такой. Там уже берешь. Да, да нет, это не племянник. Ну, похожий копия. Здравствуйте. Можно вас 8 марта поздравить? Просто так. Просто так. Да, просто так. Всего вам хорошего, здоровья. И тебе здоровья, счастья, любви огромной. Спасибо. Крепкой семьи. Спасибо. Будем стараться. Спасибо. Хорошего дня вам. До свидания. Здравствуйте. Можно вас поздравить. 8 марта. Просто так. Ничего не нужно. Всего вам хорошего. Здоровья вам. Спасибо. Сейчас это называют волонтеры, а раньше были Тимуров. Можно вас поздравить с 8 марта. Держите. Я плачу. Да вы что? Спасибо вам. Всего. Дай Бог здоровиться тебе. Спасибо. Не здоровиться, а здоровья. Спасибо. Самое главное. Не болейте. Я в руке болею. Хорошо. Давай. До свидания.